Приехали в Большой каньон. Ну какие-то, да, такие раздевалки, Большой каньон. Река горная. Смотри, горная речка. Мы сейчас спустимся, пойдем. Воздух чистый-чистый, да? Танику нравится. Дышится вообще классно. И там есть такое хорошее место. Я туда часто спускаюсь. Машин тоже много. Припарковывается прям вдоль дороги. Пойдем погуляем. Посмотрим, как здесь. Вот тут невозможно. Вот тут мы спустились и поднялись. Да, здесь невозможно. Давай так спустить. Вот тут мы поднялись. Вот такие виды здесь. Сейчас попробуем спуститься туда, к горной речке, к этой. Речушки. Олег вежливый человек, со всеми здоровается. Да? Да? Здравствуйте. Вот оттуда мы пришли. Сейчас пройдут. Ага, как я покупаю? Там глубоко, там есть такая бирюзовая такая вода именно. Бирюзовая. Мы туда не пройдем. А. Сейчас поближе к речке сюда. Вот тут вот спустимся одну метр, так нормально там идти, четко. Я буду вас поддерживать. Вот она река. Ух, вода, конечно, вода холодная. А? Ребят, озеро такое, смотрите. Тут метра два, наверное, глубиной. Вода холодная. Люди купаются. Холодно. Кира, будешь купаться? Пороги такие. О, давай, помочи хоть ноги.
суставы сразу выздоровеют. Смотри, только не подскользнись, Наташ, а то будешь сушиться потом. Такие камни, валуны прям. Ох, ну-ка. Ох, какая вода холодная. Ну очень, ты что тут? Вот я насколько стал несколько секунд и все, но аж ноги отнимаются. Очень холодная вода. О, рискнули. Вода очень холодная, ледяная. Ну-ка, давай ты. Ты разувайся, переходи. Ты освежись. Я руками вот так вот сразу. Красота. Вот такой интересный большой каньон. Но это малая его часть. Там дальше. Туда, там еще ванна молодости. Там, говорят, сколько? 8 метров, да? Ну, очень, да, такое глубоко. Говорят, кто окунулся там, тот помолодел на несколько лет сразу. В ванне молодости. Да. Интересно здесь, конечно, погулять, но тоже надо очень много времени здесь. Сам маршрут занимает вот так пройти полностью через большой каньон. Часа два. Поэтому времени, как всегда, у нас мало. Мы не пойдем, конечно, по этому маршруту. Ну, вот кусочек каньона этого вот показали. Вот, сейчас попробуем вдоль речки немножко пролезть по камням. Смотрите осторожно, чтоб... Наташ, дай ей руку. Вот здесь уже такое более спокойное, видите? Потому что там такие пороги, прям сбросы. А здесь так более спокойно. Иди сюда, куда ты пошла? Не надо, ты экстремал, я знаю. Тут с детьми с малыми ходили, вон. Маленькими детьми, нормально. Кирочка. Оп. Па, иди туда. Наташе ручку. Опа, хорошо. Не, ну речка такая довольно-таки спокойная. Нету таких сильных крутых перепадов. Да? А? Так вот, я ж тебе говорю. Хорошо. Активный отдых – это вообще красота. Польза для здоровья и для души. Вот куда они полезны? Дрова ломают, деревья. Ну что это такое?
Смотри, какие водопадики. Кира, смотри, водопадики он там. Вот сзади, сзади. Вон он. Слышишь? А. Красиво? Ну вот. Вот это большой каньон. А. Да сейчас уже все, сейчас пойдем. Вот так что такой маршрут. Куда ты нас ведешь? Прямо. Все, хватит. Вот такой, значит, маршрут. Тяжело, но приятно. Тяжело, но приятно.